перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежды с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Здорово, Дайвер. Кристиан Кражимиров, Унико де Болгария. Чавай, МС Бусета. Como estás, hermano? Mucho tiempo no he visto a ti. Ah, hola Ana, ¿cómo estás? ¿Cómo tu hijo? Sí, un poco, no sé, hoy competición en Agora, ¿no? Tú vas, ¿no? Hermano. ¿A qué hora? ¿Qué hora? ¿Qué hora? Настроение супер, брат. Что там по клифу, блин? Sí, vamos juntos. Pero qué hora, hermano. Clima mal, ¿no? Vamos. A las 13 en Magma. Vale, perfecto. Vamos. Спасибо, ребят, спасибо. Очень приятно. Я долго работал над альбомом. У меня только, знаете, типа 100 человек, 200 пишет, как круто, типа, и я радуюсь, и каких-то 2 человека пишет, каких-то 2 человека пишет там, типа, говно, хуета. Так вот, мы пришли с корешем к выводу, что пишут только несчастные люди, вот у которых все в жизни хуёво, короче. Я понимаю, что у вас все хуёво, но от того, что вы мне напишете какую-то хуйню, ваша жизнь в лучшую сторону не поменяется. Потому что счастливый человек, он никогда не напишет такую хуйню. Я же сказал, альбом будет тюновый, автотюновый. Если кому-то не нравится автотюн, у меня есть куча работ, типа, без автотюна. Послушайте их. И на альбоме есть треки без тюна. Их просто не так много. У меня другое настроение, пацаны. У меня все хорошо в жизни, я счастлив. У меня нету... Будет что-то дальше агрессивное, просто это по настроению, знаете. Как-то так. Цыган любишь...
Что за вопрос вообще? Я люблю всех людей, просто среди них есть долбоёбы, а есть нормальные люди. Приморскому краю респект. Вот. Bust down. Ребят, я месяц не курю, хожу в зал, занимаюсь там. Мне пока что-то не до курева. Всю травку в мире не скуришь, пацаны. Всю травку в мире не скуришь. От души, баскет, от души. Котлы в порядке вообще. Плачу 50 евро в месяц за зал. Там бассейн, сауна, там джакузи, все дела. Вот, у меня лежит, кстати, десятка где-то лемон 3, скали, еще что-то там, еще, и кушминс, и банана хэш, и куча всего. Я не курю, потому что, еще раз говорю, всего не скуришь в мире. Как-то так. Много дал за роликсы. Очень много. Ребята. Не хочу даже говорить, сколько. У Артема Тарасова спросить, сколько я отдал. Ребят, которые пишут, что альбом хуйня, это, ну, типа, ну не расстраивайтесь, реально. Ну я понимаю, что все хуёво в жизни, ну чё вы. Реально, не гоните. Идите погулять на свежий воздух, проветритесь. Может, вам полегчает. Как-то так. Демка есть. С стрессом есть демка. Я ее, может, выкину попозже. Просто по звуку она не очень хорошо, потому что он не успел мне дороги скинуть. Я так понимаю, что на меня просто куча народу подписалась, которая вообще не знала никто, я и никогда не следили за моим творчеством. А теперь их... Теперь вы следите. Бля. Да никто никого не слушает, братан. Успокойся. Мне не надо писать об этом. Ладно, ребят, хорошего вам дня желаю. Побольше позитивного настроения и улыбок. Будьте счастливы, не расстраивайтесь, что у вас что-то не получается в жизни. Мотивируйтесь. Обнял.